Ну а завершала выступление сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре Анастасия Мирончик-Иванова. Она соревновалась в прыжках в длину и одно время шла в группе лидеров. В итоговом протоколе белоруска замкнула топ-5 спортсменок. Отметим также, что Мирончик-Иванова повторила лучший результат сезона, прыгнув на отметку 6 метров 76 сантиметров. Эльвира Герман в беге с барьерами остановилась в одном шаге от финальной восьмерки.